Изъято более 20 тонн свиного шпика из Германии. К расследованию дела уже подключились правоохранительные органы. Задержанный груз предназначался для одного из мясоперерабатывающих заводов республики. При проведении лабораторных мониторингах исследований в нем обнаружено превышение содержания свинца. Значит, в настоящее время груз также находится на изолированном ответственном хранении. Предельно допустимая норма превышена в 2 раза. Это 0,2 миллиграмма токсичного вещества на килограмм мяса. Свинец очень вреден для здоровья. Он способен накапливаться в костях и приводить к их разрушению. В настоящее время задержанное сырье для производства колбасы тщательно проверяется специалистами. Дополнительным исследованием подвергнется каждый отдельный полиблок из арестованной партии. Только после этого будет выноситься решение о дальнейшем использовании свинины. Который будет соответствовать, он, возможно, будет выпущен в реализацию, а тот, который не будет соответствовать, скорее всего, или утилизирован, или возвращен поставщику. Фирма-владелец задержанного мяса готова активно сотрудничать со следствием. В любом случае, в ветеринарном надзоре уверены, что ни один килограмм недоброкачественной колбасы не попадет на столы жителей республики. Николай Кучканов, Владимир Натхин, Вести, Мордовия.